Привет-привет, с вами Анатолий, и сейчас будет обзор на чисто банный магазин, который находится в районе Раменского, первый строительный рынок. Это не магазин с печами и дымоходами, как обычно, это магазин, который продает разные банные штуки, утварь и все такое. А здесь где-то квадратных метров 50 и куча всего крайне интересного в Ашанах, во всяких там океях. Я лично такого не видел. Ну, сам я тоже занимаюсь такими делами, но в таком огромном количестве я не видел. Вот вообще, вот тут просто прорва всяких интересных вещей. Даже вон крючки, сколько крючков различных модификаций. Всякие надписи, зеркала. Куча всяких ковшей разных. Хочешь тебе деревянные, хочешь тебе стальные. Ну, блин, камни опять же банные. Давайте посмотрим, прям пойдем вот так вот по ряду, что здесь где находится. Тут вывески под баню, тут различные украшательства, а вот эти вот вещи под светильники. И опять же, это все, ну, то, что я не видел. Обычно это выглядит как-то похабно, а тут прямо вот, ну, видно качество изготовления. Давайте сконцентрируемся на чем-нибудь. То есть ничего не висит, все обработано. Ну, имеется в виду никаких там заусенцев. Ну, то есть качество работы — это явно такой хороший хендмейд. То есть, ну, вообще вот светильники тут классно сделаны. Реально. Здесь есть соляные всякие такие вот штуки, кирпичики. Ладно, все-таки обещал, пойдем туда. Значит, пойдем туда. Немножко печей, так, наверное, для антуража. Потому что, если кто-то смотрел мой предыдущий ролик, через две двери находится магазин Stoves Market, там, где печи продают. А вот тут вот все уже идет для бани. Так, тут у нас пинки всякие интересные. А здесь веники, веники тоже на любой вкус, эвкалипт, клен, липа, береза, всякие травки, вон тут ромашка, крапива, мята, всего. Так, тут вентиляция банная, совершенно разная. Вот эти вот я видел, это банные штучки, известный производитель. А этого я даже не видел, я вот первый раз такие вот вижу. Черпаки медные, латунные. 100% латунь. А здесь всякие запарники. И опять же, я их таких тоже многих не видел. Ну, то есть, часть я вижу, то, что это известный мне производитель банной штучки, а часть я даже не видел. Таких ковшей я не видел. Вот. Вау. Бук. Черешня. Катки даже вон для солений. Шат разные. Так. Еще всяких ушатов. Это уже пошли вешалки. Господи, сколько их тут. Немерено. Вешалки. Всякие еще черпаки. Прям на любой вкус и цвет. Еще вентрешетки. Вон тут даже написано ольха. Где-то липа написано. Таблички. Подушки можжевеловые. Вообще вещь. Так. Давайте пойдем тут посмотрим, что есть. Различные полки. Полочки всякие. Всякие красоты. Батюшки, ядрить, колотить мой лысый череп. Это же куча совершенно разных ручек для дверей. Ба-ба-ба. Класс.
То есть для банных дверей вообще вот крючочки, господи, тут закопаться можно. Ух. Так, тут у нас термометры. Но это я знаю, какие термометры. Тут отечественные термометры есть. Есть китайские. Есть САВО термометры. Банные станции. Ну, такой приличный выбор, большой. Так, лапти, тапки. В общем, знаете, вот такой магазин заехать, если перед каким-нибудь мероприятием, там, ну, типа дня рождения, 8 марта, 23 февраля, подарков можно накупить вообще массу. Здесь пошли всякие масла, ароматизаторы, вонючки, тоже в большом количестве. Всякие вот такие вот, ух, классности, испарители. Ну, в общем, половички, коврики, зарыться можно, табуретки. Эх, идем дальше. Бочонки. Дубовые. Ох, липовые. Липовые. Шапочки пошли. Ну что, идем к шапочкам. Шапочки, шапочки здесь. Это, по-моему, то ли Рушер, то ли Невский банщик. Ну, в общем, шапки мне тоже известны. Различные килты. Господи, хорошо, сейчас праздников нету на момент съемки, а то бы я что-нибудь купил бы, обеднел бы тысяч на пять бы, но с пользой обеднел бы. Сиденья всяческие. Ну, здесь рабочее место продавца, а также еще шапочки. В общем, красота. А там, наверное, склад дополнительный. Ну, в общем, ну, вот я вот обозрел, вот, ну, тут просто можно зарываться любителю русской бани, или если у вас какой-нибудь приятель русской бани страдает, так скажем, по ней, прям заехал и погрузился в мир вот этих вот замечательных вещей. Ну, и запах тут, конечно, тоже потрясающий. В общем, вот так вот выглядит магазин, который специализируется на банной утвари и банной тематике. Я думаю, то, что я пойду посмотрю себе шапочку какую-нибудь, а на этом обзор закончу. Если все понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. А если не понравилось, то пишите, почему, где я не прав, что не так сделал. Не забывайте жать красную кнопку подписаться. С вами был Анатолий, я пошел мерить шапки. Всем пока!